нашої студії завітала майстриня Інна Січко. Доброго ранку вам. Доброго дня. Розказуйте, що ми будемо сьогодні з вами робити? Я хочу сьогодні познайомити вас з такими інтересними іграшками, які вийшли в моду давно, але у нас з'явилися не очень, Нещодавно. да, не очень давно, как бы везде известно, у нас они только-только появляются. Игрушки называются чердачные. Да, ух такое ты. Интересное название у них, да. Почему? Потому что есть такая маленькая история, не знаю, насколько она правдива, якобы когда-то первую игрушку нашли на чердаке заброшенной, да, кофейной фабрики. Видимо, мама шила ребенку, там из чего было, такую игрушечку. Ну, знаете, мамы часто шьют мотанки, делают из тканюшечки, игрушки какие-то. И игрушечка там завалялась и пропиталась запахом кофе, потому что кофейная фабрика, ну там даже пыль пахнет кофе. Вот. И какой-то предприимчивый человек увидел эту игрушку, она его заинтересовала, и он ее запатентовал. И вот эти примитивные игрушки, которые пахнут кофе, вот можете, да, понюхать, там кофе и запах ванили у них остается. И коньяк пахнет, пахнет. Нам потрібен нас з тобою в кабінет така іграшка запашна. Ну да, да, да. Ароматизирует помещение. Вот такие игрушечки можно делать своими руками. Ну, какие-то будут более серьезные. Вот, например, сейчас последние дни зимы, и я еще могу вам показать Деда Мороза. Он такой довольно смешной, необычный. До речі, сьогодні в нас Новий рік, Дід. Новий рік за східним стилем, а також сьогодні, саме сьогодні, у свої права встає новий знак зодіаку – собачка. Тож, ой, собачки вона! Я також бачу, у нас собачка. Є. У нас є і собачки, є і Діди Морози, все в нас. Справжній новий рік. Ми готувалися. Нас, да, і сніговики. Вот такие игрушки, если хотите, я, ну, как, покажу, как это мы вместе сделаем. Например, так, расскажите, что для того, чтобы створить такую игрушку, что для этого потребно? Прежде всего, конечно, нужно шить заготовочку. Заготовочку можно шить руками, можно шить на швейной машинке, кто умеет, у кого есть машинка. Но если нет машины, не страшно. Добре, а чем, что мы берем за тканину и чем наполняем? Обычная ткань, ситец. Самый-самый такой обычный бельевой, там, наволочки шьют из таких, простынки делают. Мы придумываем какого-то персонажа, да, вот как, например, родился этот снеговичок. Мы придумали снеговичка, нарисовали его на бумаге, сделали выкройку и сшили из двух кусочков ткани. Дальше внутрь мы набиваем то, что у нас дома есть. Ну, можно обычную вату, можно синтепон, это уже будет получше, потому что она будет не такая тяжелая игрушка. Да, 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 да. Или холофайбер. Вот в данном случае холофайбер. Тобто вона така м'якенька. Да, 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 така синтетична вата. Так, а що ми робимо для того, щоб вона була така запашна? Вот, а вот это самое главное. Ми беремо, если хотят зрители, можете записать рецепт, ми беремо на 60 мл. Всі заготовуємо рецепт. А, да, обязательно, это такой секрет от мастера. На 60 мл горячей воды ми добавляем 2 столовые ложки растворимого кофе. Розчинного. Да. Розчинний, не заварной, именно растворимый, там краски больше. И добавляем туда, да, пол чайной ложечки ванили, вот это и дает нам этот аромат. После того, как вода остыла, вот мы все это аккуратненько размешали в стаканчике, добавляем туда 1 чайную ложечку ПВА. И у нас получается с вами вот такой кофейный раствор. Ну, я уже готовый принесла. Полина, а окрім ванильной эссенции, чи можно еще какие-то специи додать? Например, если корицу полюбляешь, чи кардамон? Конечно. Но придется процедить, потому что корица, она, молотая корица, остаются крупиночки, крупинки, да, и потом эти крупинки могут нам мешать в работе. Вот у нас получилась такая красочка, раствор, который пахнет кофе, ванилью. И вообще будет с утра, да, будет с утра, потому что это запах. Боже, якби тут не було ПВА, я б зараз випила цю каву. А ви сделаете, цукерочками пахне. Знаете, да, ви не знаєте, що там есть ПВА. И нам понадобится пару бумажных салфеточек. Вот мы берем нашу заготовку и кисточку какую-то большую, мягкую, потому что покрывать нужно очень мягкой кисточкой. И смотрите, что мы делаем. Мы берем наш кофейно-ванильный раствор, в котором для закрепления есть немножечко ПВА. Для чего ПВА? Вот уже готовая высушенная игрушка. Ага, да, вот такого цвета она будет. Вот у нас такая была, такая стала. ПВА нужно для того, чтобы потом, когда мы будем расписывать красками наших
героев, Деда Мороза или Снеговика, или собаку, чтобы краска не растекалась по ткани. Mm-hmm. Она уже по клеевой поверхности будет. Такие рівненькі лінії. Да-да-да. Можемо це бачити по собачці. Тобто це також лайфхак для того, щоб все було рівненько, для того, щоб трималася фарба краще. А після того, як розпишеш фарбами, саме чи необхідно чимось ще покривати? Для того, щоб... Ні, ні, вполне достатньо. Ми розписуємо акриловими красками. Угу. Ось такими, це модні нині, нові краски акрилові. Тому що, ну, ми, як в дитинстві з вами, чим рисували? Акварелью, гуашью. А чи можна, да, чимось іншим розпробувати? Ви можете взяти гуаш, але тоді, якщо будемо розписувати гуашью в воду, в якій ви моєте кисть, да, і розбавляєте, угу, краску, потрібно теж додати ПВА, чтобы не растворялась краска, когда, угу, мы берем в руки. Да? Потому что, угу, гуашь, если мы возьмем влажными руками, у нас на пальчиках останется краска. И потом мы будем пачкать и размажется с игрушки. А акрил у нас... Акрил, он водостойкий. То есть, если где-то на одежду попала краска и высохла, то тогда уже весьма проблематично отстирать. То есть так, да, потребно дуже обережно. Очень-очень, да. С акрилом осторожненько. То есть, одежду нужно одевать в какой-то фартушке работать. Вот. Давайте розпочнемо, да, и смотрите, робити нашого сніговичка кавовим. Берем кисточку, да, берем кисточку, макаем. Много не берем нашей жидкости кофе, чтобы не заливать слишком, mm-hmm, нашего сніговика. И вот такими быстрыми фарбуем движениями гладим его и думаем о хорошем. Пробуйте. Ой, Інна, зараз навіть я спробую. Давай, Віко, я в тебе вірю. У мене до нашої майстрині питання, скільки ця іграшка має висихати для того, щоб можна було переходити до наступного етапу? І яким чином? Просто природньо чи, можливо, необхідно на щось тепленьке покласти? Лучше сушити феном. Фен. Потому что если мы положимо куда-то игрушку, ну, например, на батарею или на масляный радиатор, ну, то на игрушке могут появиться такие полосочки, mm, от батареи, от радиатора. Новый стиль якийсь. Да, зебра будет у нас. А нам не всегда, ой, нужны полосатые игрушки. Не страшно. А так вона просто сама не висохне? Высохнет, но будет дольше. Mm. И нужно будет, ну, как стараться в подвешенном состоянии держать, чтобы не было вот этих пятен, да? С двух боків, так, покрываем. Угу. У мене ще одне питання. Турбувало, мабуть, з дитинства, коли якісь мішечки для булавочок робили на уроках праці. Коли ми шиємо цю іграшку, зрозуміло, що спочатку ми робимо, зшиваємо дві сторони з зворотнього боку і залишаємо трошки для того, щоб наповнити. А ось оцю дірочку, яка залишається, як її правильно зашити? Руками аккуратно, да, все равно, если внимательно смотреть, да, то видно, где вот этот последний шовчик, угу, мастерица зашивает руками. Там, где машинный шов, видно, что машинный, а где руками. Но, как правило, это старается делать в таком незаметном месте. Например, если это собака, то не на мордочке, а где-нибудь там возле лапки, на животике, угу, чтобы не бросалось в глаза. Ось так, тепер для мене відкритий секрет. Але скажіть, якщо все-таки наповнити звичайною ватою, і ми покриваємо такою рідиною, воно не зіб'ється всередині? Ну, не зіб'ється, тому що ігрушка дуже плотно сама по собі набита. Поэтому самое главное эту игрушку потом не ронять в воду, если она действительно из ваты внутри. Но сейчас проще и выгоднее все-таки иметь дело с холофайбером, синтетическими такими ваточками. Вот мы с вами покрыли игрушку, и теперь мы видим такую заготовочку, которую можно потом будет дальше расписать. Мы этого снеговика убираем, он у нас родится попозже. Вот. Потом, после того, как мы его высушили, эту заготовочку феном, да, допустим, посушили, посушили со всех сторон, но это занимает там буквально 5 минут, не больше. Тут уже швиденько, майже, да, як очень, волосся. Да, очень-очень быстро. Перед эфиром мы, Инна, с тобой высушаем. Мы берем акриловые краски, берем кисти, но прежде чем рисовать, да, нужно хорошо себе представить, кто это будет. Вот, например, мы знаем с вами, что вот собаки наступили. Ще є одне питання до вас. Якщо я хочу якусь таку дивакувату іграшку, можливо ж використовувати і трафарети, да, напевно? Если вы хотите такую игрушку, да, можно брать трафареты, шаблоны, можно самому придумывать, можно... Чтобы тошить форму можно різну, навіть той, кто не дуже кровець, бере трафарет. Да, абсолютно не нужно быть, да, портнихой. И вы видите, что
форма, да, она настолько дает полет для фантазии, потому что это может быть и снеговик, это может быть гном, это может быть какой-то универсальный персонаж, какая-нибудь там, ну, грушу напоминает. И можно такие игрушки персонифицировать. Ну, например, вот если у вас есть приятель, например, врач, да, вы хотите его поздравить с днем рождения. Вот люди, у которых есть все, их очень тяжело удивить, но они очень любят вот такие подарки необычные, да, индивидуальные. И можно, вот представляете, давайте вместе пофантазируем, нарисуем ему глазки, носик, шапочку. И стетоскоп. Как у врача, стетоскоп. Или если это там хирург, да, шприц, может быть, или еще там какой-нибудь инструмент медицинский. Надо. Або можно вас зробити зубчиком и подарувати стоматологу. Да. А если художник, да, можно кисть нарисовать в руке, палитру. Тобто дуже універсальний подарунок. Да, да, да. Если это учитель... И самое главное, сделано из любовью, своими руками. Да, это само собой разумеется, потому что если вы не будете любить человека, которому вы дарите этот подарок, когда рисуете его, да, то просто ничего не получится. Что это будет так? Это ещё один секрет. Да, все нужно делать с любовью. Поэтому вот эти товары ручной работы, даже не товары, слово такое не совсем подходящее, вот эти произведения искусства ручной работы, они потому и ценятся, что они теплые, душевные. Их берешь в руки и чувствуешь, вот человек делал с любовью. Понятно. А ось коли ми будемо розмальовувати, хочеться дізнатися, чи необхідно якийсь контур малювати попередній? Да, да. Вот у нас уже є, допустим, с вами грушечка затонированная. Тогда мы берем обычный карандаш. Простой карандаш нам понадобится и резинка. И начинаем разрисовывать. Рисуем носик нашей собаки. Кстати, с годом собаки вас наступившим. Рисуем глазки и придумываем ей какую-то историю. Ну, это собака скандинавская, она в свитере, даже в комбинезоне, например, да. Красунья. Да, ее можно нарисовать, там, если это лето, в плавочках каких-то модных, и в маечке, в шортиках джинсовых. Рисуют по-разному, кто как хочет. И после того, как у вас уже есть рисунок карандашом, угу. Вот тогда уже... Потім ми вже наносимо основу. Да, наносим краску. І після того, як уже готова наша собака, там, или Санта, или снеговик, тогда приходит время декора. Ну, вот, например, все, что в доме есть, все годится, можно декорировать. У этого Санты снежинка, елочка, да. Все пувочки, все, да. Что есть. А вот эти пуговицы, это, знаете, наши мамы, бабушки в те времена, когда был дефицит, они все это собирали, складывали, и вот дома бывают такие банки, коробки с пуговицами. Тобто у всех, у кого есть такие... Пуговички, да, завалялись. Вот видите, даже очень интересно, что они все разные. І фіолетова, і синя, і красна пуговиця. То, як ми зрозуміли, дуже просто зробити таку іграшку. Да, да. І після того, як все зробили, приходить время какого-нибудь декора. І от, наприклад, я вам даю таку ленточку, і попробуйте эту собаку задекорировать. Вот куда бы вы ее повязали? На хвостик или на шею? Я на почувствуйте хвостик. Себе декоратором. Я на хвостик. На хвостик. Подарите этой собаке сегодня... Дивись, хвостик залишився без бантику. Хвостику. Сьогодні вона справжня святкова. Сьогодні у собаки праздник. От вона у нас така вийшла собака. Це не як у нас. Затіни на хвост. Дівчата, ой, дуже гарно у вас вийшло. Я пропоную зараз зробити невеличку паузу, щоб наші телеглядачі мали змогу переглянути наступну рубрику, мали змогу трошки скоординувати свої думки і зрозуміти, яку наступну іграшку вони будуть робити. Ну, а я заберу з собою іграшку. Ось так. І піду також дивитися спорт у місті. А нашій майстрині ми дякуємо за такий чудовий майстер-клас. Вітаємо вас із Новим роком, коли собака дійсно вже вступила у свої права. А від вас хочеться декілька слів для наших телеглядачів. Привітання з Новим роком. З Новим годом, з годом собаки. Пусть він у всіх буде ярким і радісним.